Доступный игровой изогнутый монитор с частотой 165 Гц. В этом видео поговорим о мониторе Digma Gaming с диагональю 27 дюймов и модельным номером DM-MONG2710. Комплект поставки помимо монитора с подставкой включает только кабель HDMI, сетевой кабель и документацию. Внешний монитор прежде всего привлекает внимание изогнутым корпусом с металлическими элементами, чего обычно не встретишь в сегменте недорогих устройств. Здесь тонкие рамки, стильный дизайн подставки, возможность регулировки наклона и наличие крепления веса для установки монитора на кронштейн. На обратной стороне также находятся два порта HDMI, один DisplayPort и мини-джек под наушники. В основе монитора качественная VA-матрица с диагональю 27 дюймов, разрешением 1920 на 1080 пикселей и временем отклика 5 миллисекунд. Главная особенность – поддержка высокой частоты обновления в 165 Гц, оптимальной для динамичных игр по типу шутеров, гонок и киберспортивных проектов. Не обошлось и без игровых функций. Виртуальный прицел по центру экрана, поддержка NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync для устранения смазываний и разрывов кадров, устранения эффекта мерцания и понижения синего цвета. Есть даже переключение разных наборов настроек под конкретные жанры игры. Дополнительно стоит отметить хорошие углы обзора на уровне 178 градусов по вертикали и горизонтали, контраст 4000 к 1 и яркость 300 кандел на метр квадратный, благодаря чему монитор можно использовать практически при любых условиях освещения, не только для игр, но и для работы с документами или просмотра видео. Таким образом, перед нами качественный и доступный изогнутый игровой монитор, единственным недостатком которого можно назвать не самое высокое разрешение для диагонали 27 дюймов.